Вкусно. Вкусно. Ой, вкусно, скажи. Да, Наташ, вкусно тебе? А тебе же вкусно? Наташ, будешь виноградик? Жора с удовольствием наяривает. И ты бери тоже. Вот и мальчик. Вот так вот. Почему в парке, скажи, не поесть винограда, да? Наташ, ты все-таки пошла, выпросила кусочек хлеба у Лии, да? Ой, Натаха, попрошайка. Вот и выкинул. Ага. Вот тут вот мясо есть. Бери мясо. Мясо вкуснее. Конечно, вкуснее. Хорошо, мне хлеба есть просто. Хлеба я и дома поем. Сейчас она об меня вытрет. Долго, что ли? А Жора сидит наяривает виноград. Иди посмотри, что у Лии еще есть в пакете вкусное. Не едят они почему-то миндаль. А, ну я просто... О, ну-ка проверь. Хорошо, проверь. Наташ, хорошо, посмотри. Ест? Она опять взяла. Правильно. А вдруг больше не дадут? Надо взять. Мы сейчас пошли бы туда, сюда. Натах. Наташа. Жор, ты ее не зовешь? Скажи, мне самому мало винограда. Ой, испугалась. Лавка, скажи, какая-то хреновая. Иди. Да. Ты хочешь проверить, что она там ела? Она там орехи у Лии ела. Кушайте виноград, давай. Дима, золотой. Наташ, что, вкусно? Вкуснее, чем дома, Натах? Намного, скажи, вкуснее. Да? Ой, с таким аппетитом ешь. Как икру красную. Да? Моя ж ты сладость. Вкусно так? Жора, как всегда, всех собак гоняет. Да, Жора? Ну, Натаха там что-то тоже... Наташ, ты что там притаилась? Скажи, какой ты красавчик. Да ты мой мальчик. Да ты просто огонь. Да? Таха, ты куда? Угу. Вниз нельзя, ты помнишь? Там грязно. Да, нельзя. Молодец. Да. Вы прям на коленях у меня играть будете, да? Натаха, задира. Задира. Ой, задира. Ой, сейчас ты же получишь у него. Ты же сейчас получишь. Потом опять будешь жаловаться, бегать ко мне. Что он тебя обижает. Да. Только ты не рви ей, пожалуйста, одежду, Жор. Дома я не ругаюсь, но это ж дома. Давай, все, правильно, занимайся делом. Как восточная... Ой, у себя нашла тоже, да? Как восточная женщина должна ухаживать за мужиком своим. Наташа, ты отвлеклась. Отвлеклась, моя милая, давай. Угу. Ухаживай за ним, вдруг что? Класс, да? Жора, поешьте траву, правильно. В парке здесь она более-менее
Ягода, скажи, какая-то тут лежала. Натаха хоть травы наедется, да? И вся фишка пришла. Куда ты, Жор? Ты куда пошел? Ты собак высматриваешь? Не надо, Жор. Грязный пол. Пол грязный, сыночек. На травку садись. Да. Нет, он... Собаку увидел. Увидел собаку. Жора, нельзя. Нет. Что мы будем делать? Не знаю. Подойти к собаке. Не знаю. Она так и пофиг. Она все жрет, сидит траву. Наташа, ты травы давно не ела? Свежей, да? Да, я знаю. Ты все ругаешься на со... Ой. Собака, да, собака? Собака. Угу. Далеко ушла, да? Все? Не получилось, сынок? Красиво ты смотришься. Вот так вот. О! Девочка, цветок, колокольчик. Не снимай юбку. Юбку не снимаем. Жо. Вот они. Наташ, ты решила сегодня все листья попробовать, да, Наташ? Моя девочка. Куда ты пошла? Дальше листву пробовать, да? Натаха. Дюва. Скажи, уже темнеет. А Жора он сидит. Деловой парень. Короче, мы находились, нагулялись. Везде, где только могли сегодня, да? Купили новые поводки. Новые эти, скажи, как ремешки. Вот, а Жора не видно. А Наташки она какая. Где, видно это? Обновки на сегодня. Короче, день прошел хорошо.